Здравствуйте! Сегодня 2 декабря 2019, 3 декабря 2019 года. Асхат вышел на свой боевой пост. И вот он продолжает свой одиночный пикет с требованием освободить политзаключенных. Скажите несколько слов? Да. Ассаламу алейкум, хазах ели. Всем здравствуйте. Сегодня очередной бессрочный пикет, 22-й по счету. Хотелось бы сказать следующее. Через несколько, пару недель у нас уже будет 16 декабря. Дата моего дня рождения 16-12. Так что я вас всех приглашаю на день рождения вот, на эту площадь. Вот. И что еще? То, что этот праздник наш казахстанский, и мы обязаны быть на этой площади, почтить память жертв наших ребят, которые пострадали в 86 году, ребят, которые погибли в Жанаузене, и мы обязаны почтить память наших граждан, наших казахстанских соотечественников. Поэтому будем здесь 16 декабря в 12:00. Вот. Что касается моего одиночного пикета, требования остаются прежними. Свобода всех политзаключенных и возврат Конституции Республики Казахстан образца 93 года. Почему мы так сильно настаиваем именно на Конституции образца 93 года? По той простой причине, что образец 93 года Конституции у нас был парламентский. Все законы были прописаны именно в пользу гражданского общества. Вот. Конституция 95 года образца, она, во-первых, была сильно изменена после того, как поменялась. И плюс к этому, до сегодняшнего дня, в нее были внесены 26 поправок. Вот, исходя из этого, все мы видим, какой беспредел у нас в Казахстане творится. Беззаконие, самоуправство. Вот, мы требуем прекратить преследование гражданских активистов, требуем прекратить вот эти вот абсолютно грязные суды, которые нас арестовывают на 10, на 15 суток. Вот я отсидел уже третий раз 15 суток. В общем, вот такие требования, они остаются. Мы будем бороться за нашу свободу, за нашу конституцию, за наших граждан, чтобы у нас Казахстан был независимой демократической страной, где будет править выборы, парламент. Вот. Поэтому мы не будем отступать от наших требований. Спасибо.